Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я вас поздравляю с 14 февраля. А если вам скучно и одиноко, и вы хотите какую-нибудь девушку подцепить, то мы узнаем обо всех лайфхаках пикапа в игре Super Seducer 2. Вторая часть супер экшенового приключения мужиков, которые пытаются своими навыками и обаянием подцепить какую-нибудь девочку. Ну что, давайте нажмем Story Mode. Игра, правда, вся на английском или на китайском, поэтому давайте играть на английском. Я субтитры включил. Так. Она только что ушла с яхты, потому что она супермодель и очень сексуальная. Выбор ваш. Цель, номер, секс или убить врагов. Нажимаем играть, будем сейчас разбираться. Вау, 4К, 4К катсцена, вау. Искальная жизнь, катсцена. Вау. Какие-то растения. Вау, какой танк проехал. Это ж... Я рекламу не заказывал. Я не хочу крейсер Олбани. Нет. Зачем они на танке ездят в любовной игре? Стопэ, стопэ, стопэ. Я не ту игру, что ли, включил. Назад, отбой. Не, ну это круто, что тут танк ездит с номером 322. Артур! Я голодный мужик, давай в ресторан. А, это мы крутые пикаперы. Где мой компот? А, ну тогда в ресторан, поехали в ресторан. Вместе с Артуром. Главное Артура с собой не брать, а то будет выглядеть не очень красиво. Артур, мы застряли в траве, чувак. Выглядит не очень хорошо. Как он такой чистый в пыльном танке? Вау, какой... Ля какой. Опа. Ходит и кушает какие-то ягодки. Вау, ля какой. В ресторан зашел. Крутой какой. Опа, и все упало. Покорили всех просто. Опа. Добрый день. А, вот какая тут у нас дама с Амстердама. Вы только гляньте на нее. И этому чуваку она понравилась. Сейчас мы будем ему помогать. Вау-вау-вау. Но бюджет у игры явно высокий, потому что тут танк и яхта в одной катсцене. Это уже все. Вау-вау. И она села за соседний столик. Что ж ты будешь делать? Так, как привлечь ее, да? Будем думать, что это... Так, не привлекать ее вообще, есть вот эту ягодку. Это, кажется, ягодка, не компот. Потом, б, идти и сказать, что она словила твой взгляд и может присоединиться на несколько минут. Войти сквозь ее глаза с твоими пальцами возле твоего полового органа. Ну, это круто. Потом... невербально привлечь внимание. Так. Сделать крутой разговор, как из гайда чувака с Ютуба. Ну, давайте, как гайдочек. А ну-ка. And instead of spending your money on a game like this, hey, why don't you walk up to a pretty girl in the mall and say, hey, you know, I don't know. Ты заплатил за эту игру, и ты хочешь с помощью моих гайдов чувиху подцепить? Не, я не думаю. Ну что ты? Ну, делаешь что-нибудь. Что ты делаешь? Вот это да. Чувак с YouTube нам помог. О. Я думал, что это будет работать. Я был уверен. Я думал, это легендарная легендарный совет. Конечно, он будет работать. Он чистит YouTube. Но он не сработал. Какие-то два черных ему угрожают пистолетом. Ну, это страшно. Давайте невербально словим ее внимание. Правда, как ты это будешь делать? Ты будешь аппетитно есть свою комквоту? А, или ты напрямик пошел, и это уже, ну, это вербальный, по-моему, уже будет. Эй, привет. А, невербально, типа вот так. Эй, привет. Такой махнул. Эй, я тут просто присяду, окей?
Я увидел, и ты мне сразу в глаза вошла. Я думал, как твои дела? Привет, я все хорошо, это хорошо слушать. Я пришла на ланч. О, как замечательно. Ой, сразу. Это хороший путь привлечь ее внимание, потому что ты подходишь, она будет к тебе очень добрая, ты будешь с ней говорить, и ты просто придешь, и она тебя не заметит, это ее удивит, просто ты начинаешь говорить. Это лучший путь. Да, я думаю, это немного романтично. Я Ричард. Я Лота. А, Лота, как Шарлотта, да? О, это круто звучит. Мне тоже тебя приятно встретить. Здравствуйте, готовые заказы сделать? Так. Значит. Эй, крошка, обычная, пожалуйста. Заказать чай, торт, алкоголь и что-то для нее. У меня будет кусочек торта, а леди съест мой член. Сказать ей не беспокоить тебя, потому что ты на важном разговоре. Заказать чай, торт и что-то для нее. Ты знаешь что? Все в этом меню полное дерьмо. Возвращайся на мое место. Так. Давайте без шота просто закажем... Закажем чай. Ты знаешь, что ты уже будешь заказывать? Я хочу сегодня не худеть, я возьму торт. Окей, я возьму вишневый торт, пожалуйста. И английский завтрашний чай, без молока. Окей, спасибо. Самое позднее или раннее время, когда я получу шампанское? О! Это вопрос. Но если к тебе пришел чувак сесть, так ты должна его спросить. Не, но если бы он мне предложил бы шампанское в 5:30 вечера, это было бы романтично. Или прямой эспрессо. Махмуд. Махмуд пишет в WhatsApp. На iPhone X. Позвонить Махмуду или проигнорировать его. Ну, конечно же, самое время позвонить Махмуду. У меня очень что-то важное, но это... Я хотел с тобой любовь иметь, но пока, все, пока. God, how rude. Ну, как грубо. Waitress? Официант? Позвонил Махмуду. Hey, buddy, what's so urgent? Эй, дружок, тут YouTube для тебя, шанс поднять. Кто это? Журналист из Vice City, круто, Pretty Jack, замечательно, идеально. Буги, а, он такой нравящийся, Джим Стерлинг, идиот. Альфа-Рад, друзья без принципов, я люблю этих друзей. Еще будет мини-минтер, нет, он не отвечает на мои письма, так что еще? Прожарит. О, да. Ну все, го к прожариду. Лиза. Принеси мне мой особенный чемоданчик. Походу, позвонить Махмуду, это был очень хороший выбор. Вот это тут Лиза пришла. Она как будто из летной школы, но... Но она не из летной школы, это по комбинезону видно. Позвонить Махмуду. Умрите. Бабах. Ракета улетает. Бабах. Не, у игры реально бюджет большой. Гейм овер, ты победил. А, ну все тогда. Не, ну в принципе можно на этом серию и заканчивать. В принципе, как надо проводить 14 февраля? Сидите за компом, смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Пушков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также вступайте во все группы в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм и подписывайтесь на Steam Куратор, будьте в курсе игрового мира. Ну, с вами был Сергей Пушков, всем пока!